Всем привет, с вами Кира Штафун. Сегодня хотела бы рассказать о моем канале на YouTube, для кого он, какая информация здесь содержится и кому может быть полезен. Вообще, главная, основная тема моего канала – это, конечно же, здоровый образ жизни, который совмещает в себе и спорт, и просто здоровье, да. И рассматриваю я эту сферу с различных сторон, не только с позиции питания, но и с позиции духовного восприятия человека этого мира, с позиции рождения детей на этот свет и много еще таких моментов, которые, я считаю, являются осознанным таким мероприятием в жизни каждого человека. Сейчас до примерно октября месяца я пишу видео о беременности, об отчетах по беременности. Рожать собираюсь на острове Бали, в Индонезии, в клинике естественного лотосового рождения Бумисхат, поэтому до октября вы можете увидеть эти видео на моем канале. Также постараюсь записать максимум полезных интервью о лотосовом рождении, о тех детишках, которые родились уже на Бали здесь путем лотосового рождения, и об их, скажем так, отличительных особенностях. Вот, о школах также я планирую записать интервью. Вот. Дальше будет еще интереснее, дальше будем продолжать тему здорового образа жизни. И, наверное, также тема путешествий будет вхожа на мой канал, потому что путешествовать я собираюсь и дальше, в планах посетить Шри-Ланку, Таиланд вновь, вернуться на остров Самуи и не только Самуи, и еще очень много интересных стран. Поэтому все самое интересное на моем канале. Не пропустите. С вами была Кира Штафун. До новых встреч!